Добрый день, дорогие сябры. Мы подошли до достаточно важной темы. Одной из наиважнейших тем нашего курса – это правила и приемы в оформлении генеалогичной информации. Этапы. Этапы, с чего складывается процесс оформления генеалогичной информации. Первый этап – это занотование. Это корректная передача зместу крыницы туды, куда вы ожидаете эти известки занести. Еще кто-то користается звичайным способом переписывания документа осадкой на аркуш. Кто-то уже занимается процессом набора документа одразу в читальном зале архива на пристосование. Другий этап – это систематизация этого материала. Это уже этап, который включая аналитику того материала, что вы занотовали. И третий этап мы интерпретуем. То есть мы интерпретуем эти известки отповедно нашего эдукационного базиса, нашей поглубленности у контент, у контекст эпохи, которую мы доследуем. Ну и насколько эта информация рифмуется, скажем, с историей нашей семьи у наступные эпохи. Наступные эпохи после той эпохи, которую мы разглядаем. Занотование информации. Этот этап складывается с двух подэтапов. Подэтапы это вызначаются вашей волей. То бок, або вы дословно передаете текст крыницы. Это так само можно робить, и таким чином мы крыницу цалком уводим в свой ужиток. Або мы робим пэўныя выписки с текста крыницы, але при этом мы повинны ориентоваться в этой крынице. Разуметь, где основная информация там, а где другосная. Моя лекция сопровождается наглядным материалом, тому можно поглядеть, как дословно подается пэўны архивный документ и вашей увазе метричная книга, якая переписана, конечно же, на электронный ресурс, то бок набрана в Word, конкретная рукописная метрика. Кроме метричных книг, как уже было значено в предыдущих лекциях, существуют и другие документы с прямой генеалогичной информацией, якая свідчыць про сям'ю, про род, и в этой крыніцы з'являється рэвізская сказка, матеріал офіційних перепісаў. И вот наглядно, як можна перепісваць, набирать рэвізскую сказку. Это так само представлено на слайде. Для того, как бы для себе вызначить, яким парадком информацию передавать, важно ведать, кто уже до нас займался этим процессом. И для этого мы должны поглядеть на пример того, как это делают профессиональные архивисты. В Национальном историческом архиве Беларуси уже достаточно долго существует модель передачи заголовков, а так само зместу крыниц по своей методике. Заголовок складывается або с нуля, или это, скажем, некий документ, або передается заголовок архивной справы и проводится выписка с документа, обычно своими словами, с тем, как зрозумел этот змест непосредственно человек, для якого доведка рыхтуется. Конечно же, бывает так, что магчыма пэўным чынам сказіць інфармацыю, выпісваючы яе. Звычайна гэта залежыць ад узроўню ведаў, ад вопыту, а таксама просто ад уважлівасці чалавека. І, на жаль, і прафесійны архівіст можа такую памылку дапусціць, але магчыма гэтай памылкі пазбавіцца. Бывает так, что человек, который недостаточно опытный, он может искажать информацию по той причине, что крыница не подает известки так, как ему бы хотелось. Например, мы видим инвентарь, где позначена семья, где есть возраст людей, но при этом нет даты на рождение. Если мы, скажем,
перадаем эту информацию, то мы можем этот узрост уже увеличивать, то бок отнимать узрост господара от даты складания крыницы. У нас отрывается полная дата, але справа в том, что у инвентарях часто 99% упадков узрост фиксовали не на подставе метричных книг, а на подставе у вас на меркавання конкретнага мясцовага чыноўніка, які адказваў за занатаванне гэтай інфармацыі. І адпаведна гэтыя даты яны умоўныя. І калі мы сапраўды атрымліваем нейкія даты у выпадку вылічэння, то гэта будзе не канкрэтная дата 1802 год, 1805 год, гэта дата са знакам пытання, то бок яе трэба пасверыць на паставе метрык. Далей сістэматызацыя у нас можа быць у двух выглядах. Гэта можа быць так званае сыходзячы радавод, то бок нісходзячае радаслоўе ад продка да нашчадкаў. Продак ёсць у нас недзе далёка-далёка-далёка за намі. Адпаведна, усе тыя, то ад яго сыходзіць, гэта яго нашчадкі, гэта сыходзячы радавод, і узыходзячы радавод, восходящае радаслоўе, гэта якраз такі ад нашчадка да продкаў. Ну, калі у якасці факультатываў генеалогія ўводзіцца ў школах, то адпаведна тут мае месца восходящае радаслоўе, але калі мы ўжо займаемся прафесійнай генеалогіяй, то як правіла, дайшоўшы да нейкага продка, мы займаемся гісторыяй роду ад гэтага продка. Так складаюцца гербоўнікі беларускай шляхты, так складаюцца шмат манаграфій і артыкулаў па генеалогіі. На дадзеным слайдзе якраз такі вось прадстаўлена такое восходящае дрэва да чацвёртага пакалення, якое мы можам складаць у хатніх умовах для сябе. Тут мы выкарыстоўваем пэўную нумарацыю, якую прымянялі яшчэ генеалогія 16-17 стагоддзяў, прысвойваючы цотны лік, цотную лічбу мужчынскім пакаленням, мужчынскім продкам, а не цотную лічбу жаночым продкам. Гэта прыклад нісходзячага радаслоўнага дрэва або сыходзячага радаводу ад канкрэтнага нашага продка, то бок, скажам, прадзядулі, да ўжо ў нас. Гэта такія прасцейшыя хатнія сямейныя радаводы, якія могуць выкарыстоўвацца для сямейных кніг ці для календароў, для такога ілюстратыўнага матэрыялу. Як правіла, запыт сучаснага чалавека да прафесійнага генеалога заключаецца ў тым, каб пабудаваць сабе радаслоўнае дрэва. І, як правіла, разумеецца пад гэтым графічная форма, але ёсць форма сістэматызацыі тэкставая. Тэкставая сістэматызацыя, яна па розных фарматах адбываецца. Гэта можа быць складаны фармат французскага генеалога Дабавіля, то бок гэта стварэнне такой тэкставай формы, дзе за кожным чалавекам будзе замацаваная пэўная колькасць лічбаў па колькасці пакаленняў, што былі перад ім. І, адпаведна, толькі самае апошняе з гэтага канглабірату лічбаў вызначае гэтага канкрэтнага чалавека, яго месца ў сям'і. Калі там адзіначка, значыць, ён першынец, калі там васьмёрачка, значыць, ён восьмы па нараджэнні. А ўсе астатнія лічбы перад ім, гэта лічбы, якія тычацца ўжо яго продкаў непасрэдных. Гэта такова такая складаная схема. Ёсць фармат Канавалова, фармат, які прымяняецца ў беларускіх гербоўніках шляхты, дзе за кожным чалавекам усяго толькі дзве лічбы. Перад кожным чалавекам дзве лічбы. Першая лічба – гэта лічба яго бацькі, папярэдніка па папярэднім пакаленні, а другая лічба – гэта яго ўласная лічба. І другая форма сістэматызацыі, яна такая класічная, яна графічная. Гэта форма сістэматызацыі у выглядзе схем, якія складаюцца як у Вордзе, так і ёсць шмат праграм у інтэрнэце, якія можна пампаваць сабе, карыстацца іх платнымі версіямі.
расстаться пробными бесплатными версиями. Генопро, Древо жизни, Дерево поколения, Family Tree Builder. Их это шмат можно перелишать в разных программах. У каждого есть свои плюсы, свои минусы, свои эстетичные особливости. И, соответственно, можно выбирать. Ну, вот я, как профессиональный генеалог, я шмат ведаю профессиональных генеалогов, которые шмат такого побачив, что все-таки выбираюсь звичайные схемы у программе Word, где ты можешь малевать, что хочешь, як хочешь, что хочешь уписывать в этих квадратиках, какие малюешь. На слайдах представлены формы текстовой систематизации разного кшталту родоводов, як это выглядает чисто технично. Первый вариант – это добавиль. Другой вариант – это роспис по системе Коновалова, система Ербовника белорусской шляхты. Так само графичная систематизация у программы Word. Графичная систематизация у программы Древо жизни. Далее уже по ссылке на Family Tree Builder. Древо поколений, Genera 3. Ну и далее это уже интерпретация. Интерпретация. Что такое интерпретация? Это когда вы сами со своего досвида, со своих исторических ведов, со своей особистой психологичной, религийной, особой специфики, одним словом, высветляете, насколько вам важна эта информация. Зараз есть вельми шмат разных психологичных курсов, где оценивается важность для психотерапии, генеалогии, для особистого, поспехового карьерного росту, бизнес-росту, важность известных по генеалогии. Кто-то генеалогию выкористовывает из мета астрологии. Відповідно, шмат є потреб дня сучасного для сучасного чоловіка, чому інтерпретація важна. Але лепіше за все, завжди звертатися не тільки до особистих ніяких практик, але до професійного консультанта, який вам допоможе цей матеріал зрозуміти. Ось, наприклад, як так отрималося, що міщани проживали у вёсці. Только специалист может потлумашить, как это отрималось. Ну и, конечно, самостоятельно махчима поглубляться в контекст, выкористовываешь доведочную литературу, историчную литературу, читаешь мемуары. Есть выпадки, когда люди, начинаешь от своего родоводу, достатково шмат зарабили для самоадукации и робились серьезными специалистами разных тем. Зоймемся певными выпадками интерпретации материала, какие тут можно поделить, вылушить этапы. Во-первых, этап простейшей интерпретации, когда все, в принципе, в документе зрозумело. Например, мы бачим раввинскую сказку 1811 года. Тут означен некто Евтух Кецель, который приписан был до двора номер 5 вёски Тешково. Им позначен зятем главы семейства Ивана Васильевича Василейчика. Ивана Васильевича сынов не было. Он выдал одинную дошку просьбу замуж за Евтуха. Таким чином он принял его примаком в свой двор. Это достаточно конкретно отзначено в документе, то бок мы все бачим наглядно. Тут нема никаких нюансов и проблем. Але далее уже другие уровень интерпретации, когда нам треба зрозуметь, чому тут отзначено так, а в інших крыницах інакше. И вот этот уровень интерпретации возникает в том выпадку, когда мы уже шмат проанализовали. Але есть іншие крыницы, которые могут с этой крыницей спрачаться,
улепшаем папку, конечно, дополнять, але бывает так, что и спрачаться. Вот, например, «Рыцарская сказка» 1850 года, где позначен это самый Евтух, только уже не Кисель, а Кисела Жубрович. Но таким чином мы бачим, что першиню згадывается прозвище его нащадку Зубровича у Минаита в такой наближенной форме – Жубрович. И в данном случае мы воспринимаем Жубрович как выник помылки при перекладе прозвища Зубрович с польской мовы. Таким чином Зубрович, оно по-польску может фиксоваться, если это так латинка, как в документе, как на слайде. Отповедно, тут мы бачим, что над этой литерой «З» нема кропочки, якая обсвечивала, что литера это на самом деле «Ж». Таким чином Жубрович отрымается Жубрович. Жубрович по-польску, Жубрович по-русски. Коли мы этой кропочки «З», кропочки над «З» не бачим, то, отповедно, отрымается не Жубрович, а Зубрович. И, махчима, таким чином, в румынских сказках занотовано было прозвище Зубрович, отповедно перекладу з певных польскомовных крыниц, якія имелись у приватном маёнтковом архиве. Там было написано по-польску, прозвище отповедно записали по-русски и стало Зубрович. Вот, але гэта было ўжо пазней, у пазнейшыя часы, менавіта тут, у 1850 годзе, ўсё занатавалі правільна. Тут атрымалася якраз такі Жубрович. Да, і вось трэці ўзровень, гэта калі сустракаецца нешта такое, што нам цяжка праінтэрпрэтаваць правільна. І вось мы тут бачым, значыць, выпадак, калі Григорій Евдокімаў Зубрович, я тут без прозвища позначено, помер от снедения некой чернуши, мы долго спробовали изразуметь, что это мает на лазе, и вырешили, что это черный грусть, отповедно, треба крыху так поглубляться в контекст, побачили, что он помер у листопаде, а пахавалі яго толькі ў сакавіку 53-го года. Магчыма, што снегам просто цела было замецена, яго толькі вясной знайшлі. Гэта Григорія, тут на слайдзе напісана Евтух, ну, правільны быў, канешне, Григорій. Такім чынам, гэта ўжо трэці ўзровень інтэрпрэтацыі, калі нам трэба прыкінуць, як гэта ж усё магло адбывацца. І тут трэба дадаткова іншыя звесткі з... Это млеку навод биологии долучать, как бы зразуметь, что стало причиной и чему его не знайшли одразу. Чему, что отбылась завея и просто у лесе его не знайшли. Далее приклад электронной систематизации. Мы назбирали вельми шмат материала, его проинтерпретовали, его... систематизовали по папках. Як я гэта раблю, у дачыненні до свайго родаводу, я конкретно по сваёй лініі стварыў асобныя дакументы, асобныя папкі, архівныя дакументы, гербы, даведнічная літаратура, дакументы з прыватнага архіву, ДНК-аналіз, відэазапісы, інтэрв'ю, сямейныя архівы, родаводныя схемы з дрэва, асобна родаводы, дзе ёсць свой падзел. Уласныя праекты па родавай памяці, фотаздымкі. Вось у мяне такая шкала падзелу адбылася. Адпаведна, папку родаводу я разбіў па прозвішчах. І ў кожнай папцы таксама нейкая градацыя і разбіўка таксама вядзецца. Звычайна, чым больш інфармацыі, тым больш разбіўкі. Але заўсёды мы логікай тут карыстаемся і стараемся рабіць сістэматызацыю такім чынам, каб знайсці ў патрэбны час патрэбны дакумент. Каб не атрымалася так, што мы... збіраем, а пасля доўга не можам знайсці патрэбнае. Калі вось разглядаць разбіўку ў межах канкрэтнай родавай папкі, то вось гэта прыклад разбіўкі папкі з пералікам тых архіваў, дзе ёсць інфармацыя па канкрэтных продках. Уласна кажучы, тут па маіх продках, тут прадстаўлена разбіўка аж па 8 архівах.
где маются звездки по моих продках рублевских. Державный архив Минской области, Державный гисторический архив Литвы Вильня, Державный гисторический архив Латвии Рыга, Каунасский провинциальный архив Каунас, Национальный архив Республики Беларусь, Национальный гисторический архив Беларуси, Российский державный архив социально-политической истории и еще Российский державный гисторический архив. Во всех этих архивах есть информация по моих рублевских, але не пужайтесь, не завсюду так может быть. Просто мои рублевские проживали на территориях помеж губерниями, помеж краинами. И дякуючи этому, дякуючи такой строкатой истории 19-20 стагодия, материалы по истории генеалогии моей семьи как раз таки засяроджены у таким широким спектре архивов. И в заключение хочу сказать, что систематизация генеалогичного материала – это достаточно важная кропка для того, чтобы зрозуметь, какой же конкретно продукт генеалогичной деятельности мы хотели бачить. Мы, может быть, хотели створить родоводную книгу своей семьи, может быть, мы хотели бы написать невеликий артикул науково-популярный у периодичное выдание, ці допомогши своїм дітям для написання конкурсних прац школьного чи університетського узровню, ці хотіли би оформить дизайн своєї квартири. Це все, як правило, формірується на протягу пошуку під час систематизації матеріалу і під час інтерпретації матеріалу. Выйстя, выходов может быть вельми-вельми много. От звычайных календариков на стенах до семейных книг. Дякую за внимание.